Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и на продаже появились американские контейнеры, которые сейчас с вами обсудим и посмотрим, как Дима их открывал. И да, Дим, прости, пожалуйста, Димас, вопросов нет, как просишь, так называть буду. Короче говоря, Димасик сбросил нам запись своего открытия 30 американских контейнеров. Что из этого получилось, мы сейчас с вами заценим. Дима не первый раз радует меня такими видеозаписями, ну и честно написал мне по поводу того, что он не имеет возможности мне задонатить, но с удовольствием будет слать свои записи открытия контейнеров, таким образом помогая мне развивать канал и давая все новую и новую пищу для того, чтобы снимать все новый и новый контент. Димас, спасибо тебе большое еще раз. Итак, друзья, как видите, американские контейнеры, соответственно, содержат в себя машины Соединенных Штатов Америки. Есть годные, есть не очень, есть морально устаревшие, есть абсолютно новые, короче говоря, все что угодно. Количество не сильно большое, 10% выпадения машины шанс, ну и все остальное добирается всякой мелочевкой, типа сертификатов, типа бустеров, типа тех же самых сертификатов на X3, X4, X5. Ну, в общем, короче говоря, всякая-всякая шелуха, которая, скорее всего, вас не порадует, если вы сольете большое количество голды, а нормальное количество машин вы отсюда не получите. А уж тем более, если не получите вообще ничего. Соответственно, здесь есть еще талисман на танк США. Собрав 30 таких талисманов, то есть открыв 30 таких контейнеров, вы гарантированно получаете возможность себе из вот этого вот талисмана выбрать себе какую-нибудь машину. Ну как, не вы выберете, а выберет за вас игра. И что он с этого получится, одному боженьке известно. Короче говоря, вот такие вот контейнеры, вот такие вот шансы. Ну а что получилось у Димы, давайте будем смотреть. Друзья, вот такое вот открытие получилось у Димаса. Суммарно он потратил 33 500 золотом для того, чтобы открыть 30 контейнеров. Что он из них получил из танков? Т-28HT7, которого продавали в голом состоянии за 3500 голды. ТС-5, который выходил на аукцион по стартовой цене в 6000 золота, и потом цена на него падала. Но давайте возьмем все-таки шестерку за основу. Он получил себе акулу, которую продают в голом состоянии за 7500, в частности на Черную Пятницу была такая цена в свое время. Игл 7, которого продавали в голом состоянии за 3500 золотом, причем Игл 7, к сожалению, выпал Димасику целых 3 раза. Плюс к тому он получил себе Супер Хеллкета, которого в голом состоянии продавали за 5000 золота. Т-77 за 7500 можно приобрести в магазине в голом состоянии. Короче говоря, ребят, суммарно машин получилось на 33 тысячи голды. Таким образом, Димас ушел в минус на 500 золота. Но этот минус очень условный, потому что помимо этих машин он забрал себе огромное количество всякого рода сертификатов, свободки, ну и прочей-прочей дребедени. Я могу от себя подсуммировать следующее. В данном конкретном случае Димас просто вышел в ноль. И он точно так же, с таким же успехом, мог бы просто купить себе в магазине данные танки по тем же самым ценам, но только те машины, которые он хотел купить, а не те, которые предоставила ему в подарок игра из какого-то из
весь контейнер. Вот такое вот мое честное мнение по поводу американских контейнеров. Ну а крутить рулетку судьбы или нет, открывать эти контейнеры или не открывать, здесь уже пишите свои комментарии, в которых будете высказывать данное мнение, позитивное либо негативное. Я стараюсь специально для вас, очень надеюсь, что мои старания и старания Димаса вы оцените как минимум лайком под данным видео, напишите комментарий, обязательно прямо сейчас подписывайтесь на канал, потому что стараюсь специально для вас, и жмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить следующее видео. Я побежал снимать специально для вас, ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока!